Жилой комплекс «Южная Битца» состоит из 12 корпусов комфорт-класса. Новый масштабный микрорайон расположен на территории Ленинского городского округа на пересечении Варшавского и Симферопольского шоссе. В нескольких домах уже проживают люди. Новоселы были приглашены на встречу с сотрудниками администрации муниципалитета и представителями застройщика комплекса. Иван Бажин рассказал о планах по строительству социальных объектов. Если говорить про социальные объекты, то, что меня там до нашей встречи тоже спрашивали, у нас сейчас проектируется поликлиника. Я думаю, что если не в декабре, то в январе следующего года мы получим на нее разрешение на строительство, и также в следующем году мы ее будем строить. Елена Петровская приобрела квартиру в ЖК «Южная Битца» в декабре 2019 года и уже 4 месяца здесь живет. Это текущие проблемы, которые возникают в любой строительной компании. И в настоящий момент действующая компания, она идет на встречу с нами, с жителями, и активно принимает к исправлению все замечания. На встрече жители обсудили вопрос дорожной инфраструктуры и транспортной доступности. В новом жилом комплексе будут скорректированы 2 автобусных маршрута до ближайших станций метро. Завершение благоустроительных работ. Застройщик нам совершенно четко сказал по срокам, когда все это будет выполнено. Скажем так, дорожная инфраструктура, какие перспективы ожидают развития объекта дорожного хозяйства по данному микрорайону. Рассмотрели вопросы транспортного обслуживания, также получили достаточно подробную информацию со сроками, взяли ее на контроль. Вот. Ну и общие вопросы взаимодействия. Соответственно, инициативная группа очень активно работает. Есть связь и с администрацией, и с застройщиком. Управляющая компания тоже, скажем так, вовлечена в процесс управления. Так что будем надеяться, что ситуация и дальше будет проходить такой спокойным, конструктивным взаимодействием. Стоит отметить, что в ЖК «Южная Битца» по государственной программе предусмотрено строительство детского сада на 375 мест и школы на 1550 учащихся. Кроме того, 2 дошкольных учреждения возведет застройщик. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.